Здравствуйте. Правительство изменило тарифы на электроэнергию. Это всегда вызывает большой интерес у населения по понятным причинам. Давайте же посмотрим, что теперь принципиально меняется. Начнем с того, что изменения были сделаны постановлением правительства от 16 декабря 2021 года номер 2306. Для нас интересными являются несколько первых пунктов. Смысл этих пунктов такой. Сейчас тарифы на электроэнергию устанавливаются региональными властями. То есть в каждом регионе свой тариф. Это не меняется. Регионы все так же продолжат утверждать тарифы. Однако тарифы утверждают по категориям потребителей. Если говорить в общем, то делят потребителей на население и организации. Население, понятное дело, использует энергию для личных целей, а организации для коммерческих. Отсюда и различия в тарифах. А теперь региональные власти могут еще дополнительно поделить всех потребителей на группы. Причем, что интересно, делить потребители будут не по цели использования, а по объему потребления. Хотя также допускается еще и деление по определяемым органам власти субъектам-группам. Но что это означает, не конкретизировано. В общем, суть простая. Если раньше делили только на население и организации, то теперь еще будут делить по объему потребления. Формально это делается, чтобы бороться с недобросовестными потребителями энергии, которые маскируются под население, действуя по факту как организации. А главное, чтобы объемы, по которым будут делить население, были адекватными и не пострадали простые потребители, которые пускай и много электроэнергии расходуют, но для личных целей, например, это возможно при отоплении. Все эти изменения мы сможем увидеть в квитанциях уже в феврале-марте. Остается только надеяться, что власти регионов не допустят резкого роста цен. Хотя, как показывает практика, не всегда ожидания оправдываются. Пока на этом все. Благодарю вас за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам доброго.